сегодня вторая часть музыкального рок-фестиваля «Пророк», где бизнесмены, успешные люди показывают то, на что они способны в рок-музыке. Поначалу, конечно, наверное, первые репетиции были немножечко сложно, но в плане подготовки, я уверен, на 100% только эмоции, если они их смогут сдержать, то будет все здорово. Да пойдемте уже, сейчас начнем. Трудно ждать. Но этот момент, это один из прекрасных. Грязно начинаю с соль. Бизнес и рок-музыка по эмоциям очень похожи. То есть и там это адреналин, драйв. Я уверен, что у ребят и у меня там внутри такая буря, комок, да, который сжимается, там сжимается, когда мы выйдем на сцену, это прям взорвется все. Ну не важно, один человек в зале или 300, потому что. Им один человек идет. Так же важен, как ты. Это ложь. Неправда. Это важно. Нет, это на не 300 важно. Человек выступать гораздо кучнее, чем на 5. У меня одна проблема. Вот надо выйти, не споткнуться, да. И в обморок не упасть вот сразу же с микрофоном, чтобы сердце не прихватило. Музыка, когда играют и такие известные люди, то грех было пропустить, конечно же. То, как они выступают, все равно, конечно, поражает воображение, потому что это очень круто. Любимая музыка – это любимое место. Это очень-очень талантливые люди. Я с огромным удовольствием слушал, я просто я в восторге. Столько драйва за последнее время я вообще давно не получала. К тому же это лично мой любимый репертуар, такие старые добрые роковые песни. Сегодня был такой жесткий драйв просто, что сложно было передать свое восхищение вот этим всем делом. Я не то что танцевал, я был там, я хотел быть к ним, но там ограда, она не дает пройти. Но, в общем-то, можно, да, я был с ними. Энергетика сумасшедшая, адреналин, все танцевали. Самое главное, что наши рок-звезды не испугались, отыграли все супер, зал доволен, все хорошо. Спасибо большое Роксу, Бизнес FM, спасибо большое Пророку за то, что все мы здесь сегодня собрались. О том, как прошло, наверное, судить тем, кто пришел и нас слушал, нам все понравилось, правда. То есть мы когда вышли, для меня самое главное было это глаза моих родных, которых я очень хорошо видела и успокоилась внутри, не просто пела для них. На сцену выходишь, не остается чувств, да, вообще никаких. То есть начинаешь играть, и потом тебе где-то на середине песни, ты осознаешь, что ты уже на сцене играешь, как во сне, наверное. И превращаешься в машину для аккордов и рифов. У меня, например, еще чувство большой благодарности и моим коллегам по «Пророку», да, те, с которыми я пела, репетировала, мы постоянно виделись. И, конечно, группа «Донатс» и «Бизнес FM», самые крутые. Искренне жалею, что моя мама хотела сюда, и я понял, что с ней не смогу выступить. И сейчас я жалею, что здесь не было моей мамы. Сейчас расплачется. И моих сыночков, потому что мероприятие 18+, а им всего лишь 6 лет. Я бы хотел, чтобы они слышали своего папу. Я бы тоже хотел, чтобы его дети слышали. Молодцы, ребята! Спасибо, Бизнес FM, это проект «Пророк». Да, ура! Ну, действительно, очень здорово, очень круто. Это адреналин такой. Мне понравилась атмосфера, люди, которые присутствуют. Ждет нас еще гала-концерт панк-вечеринки. Что ты думаешь? Ждем обещанного Бизнес FM гала-концерта, где будет первый и второй «Пророк». Мы еще что-нибудь выучим наверняка. Бизнес FM «Пророк»!